Сань, вот, пожалуйста, объясни, почему сейчас все так сильно хвалят Ювентус и считают его чуть ли не главным претендентом на победу в Лиге Чемпионов? Ну, потому что так и есть. Ты видел их матч с Юнайтед? Они МЮ вообще шансов не дали на Олд Траффорд. Слушай, да потому что МЮ сейчас просто мертвая команда. По-моему, они вообще боятся просто в футбол играть. Да и вообще, я еще 2 месяца назад говорил тебе и нашим зрителям, что в этой Лиге Чемпионов выиграет Барселона. И после Классику я в этом уверен еще больше. Васан, да твоя Барселона как раз в Лиге Чемпионов во вторник будет играть с Интером. И Марафонбет настолько не верит в победу каталонцев, что дает на них повышенный коэффициент 6, ты представляешь, 6. Я, кстати, считаю, что это прекрасное предложение. А подробности акции внизу по ссылке в описании. Ну а теперь я тебе, Васан, расскажу, почему в этой Лиге Чемпионов Ювентус, если попадет на Барселону, вынесет ее, как в 2017, а потом выиграет турнир. Ювентус ни за что не выиграет Лигу Чемпионов. И первая причина тому – это конец эпохи непроходимой обороны. Да, конечно, остались Бонуччи и Киллини, но в случае травмы им просто нет равноценной замены. Да и фланги стали гораздо слабее. Александро играет с каждым годом все хуже и хуже. Ну и, конечно, ушел Буффон. Да, щенсный вратарь неплохой, но он не будет тащить мертвые мячи, как Джиджи. В итоге Юве в этом году уже пропустил от Кьево, Пармы, Сассуоло, Дженуа и Эмполи. Ювентус – самый вероятный победитель этой Лиги Чемпионов. Во-первых, благодаря тактической гибкости Аллегри. Он каждый сезон проводит эксперименты и придумывает новые схемы. 4-2-3-1, 4-4-2 ромб, 4-3-3 и так далее. То поставит Манджукича на бровку, то Дибалу на место десятки, то Бентанкура под нападающим. В итоге Массимилиано даже сумел уместить на поле вместе Дибалу и Роналду. Он проводит эксперименты с каждым игроком, и те их беспрекословно выполняют. Потому что все в команде горят, хотят побеждать и абсолютно доверяют тренеру. Вторая причина – отсутствие игроков, которые могут решить исход матча в одиночку. Да, конечно, купили Роналду, но он игрок зависимый. Он не создает моменты, как Марсело, Иско, Модрич, Кросс. Вместо них есть Матюди, Джан, Пьянич, Коста, Квадрадо. Это не уровень для победы в Лиге Чемпионов. А вспомните, сколько лидеров было в Юве в прошлые финалы. В 2015-м – Пакба, Пирло, Тевис, Видаль. В 2017 году – Дани Алвес, Игуаин, Дибала, Буффон. Все ушли, кроме Пау. Но он провалил весну. Плохо начал этот сезон, и, по-моему, он уже не фактор X. Вторая причина – Криштиану. Главный игрок в истории Лиги Чемпионов. Не только лучший бомбардир, но еще и лучший ассистент турнира, который сам недавно признался, что никогда не тренировался так усердно, как в Ювентусе, потому что у Криша появилась новая супермотивация. Он опроверг все прогнозы и всего за 2 месяца адаптировался к новой команде и чемпионату. И при этом он не только немало забивает, но еще и ради команды португалец изменил свою игру. Часто действует на флангах, обводит и раздает голевые передачи. Третья причина. Ювентус по сравнению с главными конкурентами гораздо меньше создает голевых моментов и бьет по воротам. Посмотрите, как играют Барса, ПСЖ, Сити, Ливерпуль. Да эти команды каждую игру имеют по 5-6 явных голевых моментов у чужих ворот. Юве же имеет, ну, 2-3. Если, конечно, это не матч с Сассуоло. И при этом у команды фактически есть только один завершитель, которому в Реале, между прочим, создавали в 2 раза больше моментов каждую игру. Тут такого не будет. Цена ошибки очень велика. Поэтому подобные команды, как Юве, Атлетико Мадрид, и проиграли за последние годы 4 финала Лиги Чемпионов. Третья причина – глубина состава. У Ювентуса сейчас просто нереально длинная скамейка запасных. Причем все футболисты довольно высокого уровня. Сегодня может выйти один состав, а через 2 дня в нем поменяются 5-6 игроков, и команда не сильно потеряет в качестве. Юве сейчас клуб без собственного стиля, и это плюс, потому что туринцы могут быть очень разными. В серии А они сейчас лучшие по владению мячом. Могут разыгрывать через центр, а если не получается, выходят Коста и Куадрадо и начинают грузить навесы на Роналду. Ювентус – это новый Реал. Четвертая причина – менталитет лузеров, который в Лиге Чемпионов выработался и у игроков, и у тренера. Аллегри проиграл уже 2 финала Лиги Чемпионов, а сами футболисты показали себя бесхребетными и при первых же трудностях начали сыпаться. Особенно, кстати, Пауло Дибало в последнем финале. И таких игроков сейчас в Ювентусе очень много. Ругани, Канцело, Квадрадо. Да и вообще, Юве проиграл 7 финалов из 9. Это психологически очень давит. А Аллегри уже заранее трусит и заявляет, что чтобы пройти Барселону, понадобится удача. Он уже сейчас ищет отговорки.
Четвертая причина – весенний пик. Аллегри в Ювентусе каждый год строит физподготовку таким образом, что команда выходит на максимум после Нового года. Вспомните, осенью Наполи вырывается вперед, а весной Юве делает рывок и становится чемпионом. И также в лиге, в решающие матчи они на пике, поэтому и обыгрывают 3-0 Барселону. Сейчас же команда настолько сильна, что даже осенью почти не теряет очки и уверенно обыгрывает Наполи и МЮ. Вы просто представьте, что ждать от них к весне. Ну и пятая причина – это шаг назад. Команда сейчас находится в стадии перестроения. Прошлые лидеры ушли, на новых пришел, ну, по сути, только Роналдо. Но он не решит всех проблем. Вот если летом к нему, как говорят, купят еще и Марсело, кого-то в полузащиту, то тогда, может быть, и поговорим. В общем, все привычные сильные стороны стали слабее, а новых пока не появилось. В итоге ПСЖ сейчас сильнее в атаке, Ливерпуль в командной скорости и прессинге, Сити и Барселона, ну, просто сильнее по составу и круче. За счет чего Ювентус может обыграть эти команды, мне просто непонятно. И пятая причина – приоритет. Всем ясно, зачем купили Криштиану Роналду. Всем ясно, что в этом сезоне Ювентус готов пожертвовать Серией А. И поэтому уже сейчас Аллегри перед матчами Лиги Чемпионов выпускает в чемпионате полурезервный состав, как было недавно с Дженуа. Эти футболисты и этот тренер уже устали от поражений в финалах ЛЧ. Они хотят завершить начатое. У них очень прагматичный футбол, направленный на результат. И сейчас с ними еще и Криштиану. Эта команда в нынешнем сезоне больше всех в мире хочет выиграть Лигу Чемпионов. Саш, ну что за причина у тебя? Больше всех хотят. То есть ты считаешь, что Неймар или Месси не хотят выиграть Лигу Чемпионов? Слушай, у Неймара и Месси свои проблемы. У Месси с Вальверде какие-то терки. Дембеле там не выпускают в чемпионате какие-то проблемы. Неймар вообще бедный парень в тени опять. Там была тень Месси, теперь тень Мбаппе. Что ему делать? Как ему от этой тени вообще скрыться, уйти? Куда еще нужно? А вот в Турине все заточены на один результат и один турнир, и они его выиграют в этом году, я отвечаю. Также думают и зрители, вы тут сверху голосование, выбирайте меня и Ювентус. Слушай, откуда ты знаешь, как наши зрители считают и что они думают? Дорогие зрители, голосуйте за ту команду и за того человека, за кого считаете должным. Вы прекрасно все помните, Саша, старый сеньор Журавлев. И Васант, седовласый индийский политик Балан. Пока. Пока.